самый известный, самый нужный знак, да? Самый главный знак для детей. Треугольный. Это что за знак? Возле школы. Это для пешеходов. А треугольный знак самый главный для детей. Ну, вспоминаем. Треугольник такой. Красненький треугольник, белый фон. Там два человечка бегут. И правильный ответ – знак «Дети». Тому, кто угадал, достается маленький презент. В такой игровой форме инспектор ГАИ объясняет юным пешеходам элементарные правила дорожного движения. По статистике, за прошедшие полгода в Улан-Удэ в результате ДТП пострадало около полусотни детей. Чаще всего, более 90%, все аварии с участием детей происходят по вине водителей, либо по вине сопровождающих, то есть по вине взрослых. Правда, порой дети и сами становятся причиной ДТП. Чтобы избежать таких случаев и предотвратить аварии с участием ребятишек, сотрудники ГАИ регулярно проводят подобные утренники. Ведь попадая в ДТП, ребенок редко отделывается обычным ушибом. Эй, водители, осторожно, ехать быстро невозможно. Люди знают, все на свете, в этом месте ходят дети. Травмы после ДТП отличаются тем, что они наиболее тяжелые. Это сочетанная травма, когда повреждается сразу несколько органов. То есть обычно это не один перелом, когда ребенок как обычно падает на улице. Это тяжелый перелом бедренных костей, самых крупных, позвоночника. Для ребят сегодня праздник, ведь многим из них предстоит еще долгое лечение и времяпровождение в стенах больницы. Они долго ждали этого утренника и приготовили рисунки на тему тайнодорожных знаков. Всем участникам вручили вкусные и полезные подарки, ну и, конечно же, игрушки. Наталья Домбаева, Алдар Домбаев, Первая альтернатива.